Программирование – одна из самых популярных специальностей 21 века. Чтобы достичь успеха на высокотехнологичном поприще, стоит всерьез заняться изучением математики и информатики еще в школе. Никита Голубев увлекся программированием 2 года назад, когда учился в 7 классе, а на днях привез бронзовую медаль с международного турнира по информатике, который проходил в Болгарии. Это был турнир формата 2-дневного. Соответственно, 2 дня, на каждый день было предложено 3 различных задачи. Каждый день контест длился 5 часов. Люди были из таких стран, как Болгария, Швейцария, Сербия, Румыния, Молдавия, Польша, ну и Россия. За 2 года Никита прошел путь от городских олимпиад до соревнований мирового уровня. Защищать честь страны – ответственная задача. Перед поездкой молодой человек долго готовился. Сначала летом на образовательной платформе «Сириус» в Сочи, после решал задачи дома. Олимпиадное задание требует хорошего понимания математических моделей. За короткое время участники должны написать и оптимизировать компьютерную программу. Спортивное программирование, ну, оно и спортивное, что задача, которая стоит перед тем, кто в нем участвует, чтобы написать какой-то быстрый алгоритм, просчитать какой-то колоссально большой объем или массив данных за достаточно короткое время. В Иванове Никита занимается программированием не только в школе, но и в Центре развития детской одаренности. Наставник Евгений Власов помогает, если что-то не получается. Родители, в свою очередь, поддерживают увлечение сына и стараются создать все условия для учебы. В этом году, в это лето, я своего ребенка дома видела дней 10, ну, может, 14. Все остальное время он у меня летал сначала в Сочи, потом в Казань, где он, собственно, прошел отбор вот в эту самую, на эту Олимпиаду. Потом вот еще были 2 школы, и ну, он достаточно самостоятельный, взрослый, а потом он же не один туда летел. Начинающий программист сейчас решает, в какой вуз будет поступать через 2 года. Выбор между Москвой и Петербургом. В крупных городах больше возможностей реализовать свой потенциал. А вот с будущей профессией уже определился на все 100. Хочет связать свою жизнь с тем, что лучше всего получается, с программированием. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.